Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет КП-09 от компании KG Works поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, каталог продукции компании KG Works, сам страйкбольный пистолет, магазин и упаковка с тестовыми шарами. Модель КП-09 от компании KG Works копирует чешский 9-мм служебный пистолет ЧЗ-75, состоящий на вооружении специальных служб по всему миру, в том числе и в России. В частности, он состоял на вооружении спецподразделений Федеральной службы исполнения наказаний. Данный страйкбольный пистолет функционирует на сжиженной газовой смеси стандарта Green Gas. Резервуар для нее расположен в магазине. Сразу следует отметить, что использование данных пистолетов с другими типами сжиженной газовой смеси, а также с сжатым углекислым газом, может привести к поломке изделия. Однако существует версия специально для CO2. Для того, чтобы заправить магазин, нам понадобится баллон с грингазом. Необходимо повернуть магазин пяткой кверху и совместить сопло заправочного баллона с входным клапаном на пятке магазина, после чего с усилием надавить на баллон. В результате этого будет слышен звук шипения. Стихнувший звук шипения свидетельствует о полной заправке магазина. К характерным особенностям данной модели можно отнести имитацию хода кожух затвора при стрельбе. Пистолет преимущественно выполнен из металлического сплава, из пластика выполнены только щечки рукояти. Механический предохранитель в виде флажка на страйкбольном пистолете расположен слева на кожух затворе. Функционирует только при частичном или полном взводе курка. В поднятом положении предохранитель включен, в нижнем положении выключен. Пистолет двойного действия, стрельба возможна как самовзводом, так и после предварительного взвода курка. Для производства первого выстрела необходимо отвести кожух затвора назад до отказа и отпустить. Дальнейшее взведение ударно-спускового механизма будет производиться автоматически. По окончании шаров в магазине пистолет встанет на затворную задержку. Для регулировки хоп-апа необходимо отделить кожух затвора от рамки пистолета. Для этого отводим затвор назад и, удерживая его, выдавливаем рычаг снятия затворной задержки и снимаем затвор. Внизу на имитации патроника мы видим винт под плоскую отвертку, поворачивая который против часовой стрелки, мы увеличиваем степень подкрутки шара. Прицельные приспособления открытого типа представлены в виде нерегулируемых целика и мушки. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для того, чтобы извлечь магазин, необходимо нажать на клавишу экстракции магазина, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется металлический магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, понадобится лоудер. Также можно зарядить его вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному. Thank you.